Как объединить искусство вокала и криптовалюты? Масштабный конкурс певцов «Голос-2016» при поддержке Edinarcoin состоялся в Пекине. 12 самых талантливых исполнителей соревновались в вокальном искусстве, а опытному жюри предстоял нелегкий выбор победителя. Открывали же концерт солистка Московского оперного театра Светлана Медведева и официальный представитель Российского культурного центра в Китае Гао Лэй.